Мальчик, посмотри, что я нашел в песке у пруда. Это 4 золотые монеты. А мне попались по пути 2 монеты. А я не нашел ни одной. Лунтик, не расстраивайся. Сейчас мы поделим их поровну. Кузя, у тебя 4 монеты. У меня еще 2. Сколько всего получается? Я знаю, получается 6 монет. Точно! А теперь разделим их поровну. Одну монету Кузе, одну тебе, Лунтик, одну мне. Осталось 3 монеты. Значит, еще по одной каждому. У всех получилось по 2 монеты. Мы поделили их поровну. Но клад еще не найден. Вперед, к следующим заданиям. Как же поровну? Хоть клад пока не найден, ничто не мешает помечтать о нем. Помоги мне дать каждому столько монет, сколько я считаю нужным. Сколько написано на табличках над сундуками. Так, а теперь себе будем золотые класть. Побольше золотых монет. Амелии, Кузе и Лунтику хватит и серебряных. Вот это я понимаю, поделили. На, Лунтик, на, Амелии. Ну, а себе возьми хороших монет. Здорово! Себе все самое лучшее. Держи, Лунтик. Плохо, что здесь нет железа. Молодец. Одну мили, одну Лунтику, еще мили, Лунтику. Ну, а теперь себе. Вот это я понимаю, поделили. Здорово! Осталось только найти клад.